Мужики, всем привет! У нас идет четвертый час съемок, и мы нашли проверенный метод, как согреться на морозе. О! Сейчас тест 100% залетит. Не забываем про меры предосторожности во время тестов. Итак, погнали. Тестировать будем две тяпки сегодня. Начнем тест на цепи. Дубль 2. Сейчас тут пружинит немножко, сдвину. Пожалуйста. Справились. Разрубил. Вот этой тяпкой мы покажем, как они справляются с деревом. Вы посмотрите, просто любую боковую нагрузку давайте. Заготовить дрова, колышки, никакой проблемы не составит. Заменит легко топор. Потом этой тяпочкой мы покажем, как она справляется с свиным копытом. Давай лучше ближе к этой стороне, чтобы не пружинил стол. Так. Почти. А подайте мне еще одно свиное копыто. Подай еще. Сейчас из камеры мы не убираем. Давайте еще закрепим результат, чтобы сомнений ни у кого не оставалось. Пожалуйста. Далее. Сделаю тест, которого никогда не делал, мужики. Попробую именно тяпкой разрезать бутылку. Блин, сложно пипец. Ну ничего, я попробую. Иду на риск. Длины просто клинка не хватило. Ну ничего, бог с ним. Смотрим. Вы посмотрите, как она режет. Фрукты, овощи. Никакой нож не нужен. С одного захода. Тяпка, между прочим, нержавеющая, друзья. Для охоты, для рыбалки это просто бомба вариант. Рекомендую всем. Вот в одном исполнении и во втором. Обе они цельнометаллические, то есть нагрузку боковую они вообще не боятся. Работу с упором не боятся. Естественно, смотрим режущие. Сколов, заусенцев вообще ничего нету. На обе даю пожизненную гарантию. Естественно, ножны из натуральной кожи в комплекте. Кому интересно, в директ или на WhatsApp пишите, обращайтесь. Вещь вот такая.